Валерия Павловна. Инспектор по делам несовершеннолетних. Наконец-то. Ребенка успокойте в соседней комнате. Вы меня с кем-то перепутали? С характером. А ты что, я не знаешь? Железная тетка. Выдра кликуха. Не люблю цветы. Странно это все-таки. Женщины обычно любят цветы. Внимание. Мужа хотят. Детей. А у меня гены плохие. Как так? Мне сказали, что мама меня бросила и уехала. Я росла в детдоме. Ты можешь мне помочь? Поднять дело моей мамы. 8 серий о поисках прошлого. Твоя мама жива. Это мой муж Мустафа. Это моя дочь Ахра. То есть она все эти годы завела себе другую семью, и я просто оказалась лишней. Тебя ночью температура была под 40. И ты решила, что меня нужно спасать? После смерти Мариши я думал, что жизнь закончилась. Но, может, и правда есть что-то впереди. Выйдет.